Тема 868. Организация индивидуальных путешествий. Когда несколько лет назад мы со своей сестрой, двумя своими семьями, решили поехать в Коктебель, моя сестра первым делом отправилась в ближайшее турагентство за путевкой. Ей так было проще. Там ей подобрали путевку с отдыхом в одном пансионате, но предложили жесткие сроки пребывания в нем. Либо 6 дней, либо 12 дней. А мы хотели поехать дней на 9. 10. Я сама нашла этот пансионат в интернете, узнала цены и телефон. Мы связались с владельцем этого заведения по телефону и узнали, что места можно забронировать на любой срок, только заранее. Так и сделали. Заказали, на те дни, что были нам нужны, сами купили билет на поезд, сами доехали и сами отдохнули. После этого я подумала, а ведь хана будет всему туристическому бизнесу, если каждый сам себе будет оформлять отдых через интернет. И это отчасти верно. За последние несколько лет в нашем городе позакрывалось несколько туристических фирм. А те, что остались, выживают за счет организации бюджетных поездок типа двухнедельного путешествия в Крым на автобусе и обратно за 12 тысяч рублей. У меня муж в этом году ездил по такой путевке. Участников этого путешествия собирали по всей Нижегородской области. Автобус ехал от Нижнего Новгорода, заезжая во все города, забирая иногородних путешественников. Вот такую поездку, чтобы вышло недорого и организованно, самостоятельно очень трудно организовать. Нужно подогнать под свои нужды и транспорт, и жилье. Без определенного опыта в этом деле достаточно трудно. Закажешь жилье, не купишь билет на поезд. Либо купишь билет на поезд, но не подберешь к определенному сроку жилье. Мне один раз пришлось выкупить частный дом в Крыму на месяц, потому что хозяйка не хотела сдавать его на 2 недели в середине августа, а мне позарез нужен был именно этот дом, потому что только в нем были одновременно и ванная, и интернет, и именно в середине августа, потому что я ехала в Крым на определенное мероприятие. В Белоруссии недавно открылась туристическая фирма, которая как раз занимается организацией индивидуальных путешествий, исходя из желаний и запросов путешественников. Причем, предлагая значительную экономию благодаря своим знаниям и связям. Вот это то, что надо современному путешественнику. Не готовая путевка, в которой вас заставлят отдыхать так, как задумано путевкой, а помощь в организации индивидуального путешествия. Я однажды хотела поехать так в Европу, но безо всех этих утомительных экскурсий на автобусе, просто хотелось походить по иностранному городу, но не нашла такой вольной путевки, не привязанной к срокам и датам и без экскурсий. При этом организовывать такую поездку самостоятельно я не решилась. Нет у меня опыта путешествия по Европе, и языков я не знаю. В России есть несколько подобных турфирм, есть отдельные услуги у традиционных турфирм, но их еще мало. А как мне кажется, именно подобные турфирмы по индивидуальным путешествиям должны занять место разорившихся турфирм, которые привыкли к массовым продажам однотипных путевок, оттого и испытали огромные трудности, когда интересы у российских граждан резко поменялись. Конечно, подстраиваться под каждого отдельного туриста сложнее, чем продавать туры всем сразу. Но сейчас и время такое, требующее индивидуального подхода к каждому клиенту. Не будете меняться под требования времени, будете терять.